Так, друзья, короче, вот тут у нас плитка. Так, включенная. Плитку надо аккуратно снять. Она уровнем выше у нас стоит. Это выше этой комнаты, это ниже, видите? Надо ее опустить теперь. Чтобы не поломать соседнюю плитку, нам Она нужно... по уровню неправильно стоит, Да, она чуть поднята, ну да, поэтому ее нужно выровнять. выровнять надо. И надо аккуратно, чтобы эти не поломать, снять. И у нас для этого есть чудо-аппарат. Реноватор называется. Реноватор. Макита. Да, сейчас будем пилить эти. Все, начинаем. Да. Все аккуратно отделяется плитка. Так, тяжелая артиллерия пошла вперед. С помощью другой насадки мы решили вот такие Угол, да, угол не... труднодоступные места. Можно вот только такой насадкой. В Угол. принципе, на эти аппараты есть любые насадки для резки там керамики, металла, камня и так далее, и тому подобное. Так что очень хорошая вещь. И особенно, Энергонезависимая да, на вот от аккумуляторе. аккумулятора работает у нас. Довольно-таки мощный Все. аккумулятор тут Короче, стоит. рекламу Макита сделали. Он бесплатный. Бесплатно. Да, хорошо режет. Как по маслу.